Новый год можно встречать по-разному. Члены подводного клуба «Морской еж» решили по традиции проводить уходящий и встретить Новый год, конечно, под водой. На дне бассейна при помощи специальных грузов установили наряженную елочку. Во главе с Дедом Морозом водолазы водили вокруг нее хороводы. Не обошлось и без шампанского. Детского, конечно, ведь спорт и алкоголь несовместимы. Но чтобы правильно сделать под водой глоток, нужно знать нехитрые правила. Немножко надо открыть шампанское, потрясти бутылочку, зажать пальцем, вытащить регулятор изо рта, вставить в рот горлышко, чуть-чуть опять потрясти, чтобы под давлением шампанское попало в рот, и обратно вставить регулятор. Конечно, с одной стороны, это кажется небезопасно, но учитывая опыт прошлых лет, этих лет, даже неопытные дайверы, неопытные ребята, даже дети вполне замечательно выпивают напиток этот,